круто, будет много пиваса, еды. Женщин побольше бы. Сейчас уже начинается. Сейчас уже начинается игра. Если Moscow Five выигрывает эту карту, то это конец и начало вечеринки. Да, что мы заговорились. Люди, конечно, которые сейчас слушают нас по стриму. Жаль, что вы не в Киеве. Сейчас тут варенье будет. Я не знаю, после вечеринки, сможем ли мы завтра доиграть в это, потом в этом клубе. Надеюсь, что да. Мне не будет до вечеринки. Да, Кирилл, конечно же. Домой едет к жене. Спать и побеждать завтра утром придется. Ну, в общем, да, мы готовы уже комментировать матч. Ждем рестарта на игру Moscow Five Anexis. Мираж. И, как мы понимаем, у нас в атаке будут Anexis. М5 защищаются. Смотрите бы, ребята. Да, Кирилл пока вот решил пойти посмотреть, будет ли начинаться сам игра. Проверит готовность. Ну, вообще, кто не знает, там вдруг Мираж. Я не знаю, кто смотрит сейчас нас по интернету. Друзья, ну, это переделанный... Клан Файр. Тут не так много изменений на самом-то деле по карте. Но есть там изменения на Б. Довольно веселые. Ну и вообще карта на самом-то деле интересная. И уже почти все чемпионаты поставили со следующего сезона. Вот со следующего года на турнирах арены также все пойдет. И Мираж, и Форж. Ну в общем, интересно. Гоу, 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 админ. Да, все ждут рестартов, ищут Пашу. Дал он рестарт или нет? Или мы будем ждать до этого момента? О, дал рестарт вообще. А как он так делает? Силой мысли? Или это ты делал? А, все. Я думал, уже Паше вживили в голову какой-то передатчик, и он начинает делать рестарты просто. Силой мысли. Ну что ж, начинается игра. Anexis против Moscow Five. Anexis в атаке. Moscow Five защищаются. Страшно сейчас, конечно, будет. Окей, я тебя понял, Кирилл. А, нет, сыграют ножи. Хорошо, давайте, давайте рубиться. Чтобы все было честно, я не досмотрел пистик. Я посмотрел только его начало. Окей. Ну что ж, понеслась. Anexis атакует, М5 защищаются. Обновляем счет, обновляем статистику. И понеслась. Смотрим за Берри. Да, сначала посмотрим на карту. Смотрим, как станут сейчас Moscow Five в защите. Так, Рома апленд. Дося в дом чекать мидл 3Б. Ого. Здесь, интересно. Да, здесь сплит. А, не угадали немножко. Здесь три ковры и два мидл. Это жесть. Давай теперь смотреть за Берри. Трое ковры, два мидл, Рома откидался и пошла. Да, все, врубаем, врубаем. Полетел в респаун, контрол, здесь где-то был Рома. Ну, закидали его флешками. Минус один, минус два. Бомба установлена. Вот там и начало. Так, Дося, Дося. Отпустил хаешку для Берри. Минус от Хека, три в три. Красный снапи, шесть хелсов у снапи. И хорошие хелсы у Moscow Five. Дося не прощает, Зи вышел. 2 в 2, Хек с Эдиком, Снапи Зи. Один против двоих, Снапи, у него 6 хилсов. Вот это да. Не успевает Эдик. Успевает, успевает. Куда он? Улететь успевает, по-моему. Да ладно. Успевает? Вообще магия. Это просто, просто нужно было выйти на одну, не знаю, десятую позже. И убить этого чувака позже. Заметьте, его не проверили в нычке. Да. Он об этом не знал. Вот это да. Слушай, сегодня все складывается. Заметьте, датчане скупаются, у них 2 АК, гранаты. И не атакуют Б. Включай Эдика. Давай, давай. Как он вообще там? Хоть знает, куда шить? Знает, но рано. Опасность. А Рома давай посмотрим. Рома. Эдик. Дал минус. Рома минус 2. Бэк. Хорошо. 4 в 2. Нужно сейчас спокойненько просто вот ломануть девайсы. Хорошо. Рома с Фоксом уничтожают. Рома отлично отыграл. 2-0. Эко Anexis.
Бомб не было, сейчас с глоками нужно будет попасевать. Хорошая она, ну, не знаю, вообще отлично сегодня вот, начинают Moscow 5. Да, была игра с фнатиками, но там... Там не хватило чего-то. Наверное, Фоксом в той игре. Снова 3 плюс 2. Снова 3 плюс 2. Два мидл выходят, трое ковры. Ну, по крайней мере, собираются. Флэш сейчас очень хорошо дает Дося прям в нос Нуги туда и Берри. Но Берри выходит. Не прочекал его Дося. Не прочекал Берри за ящиком уже. Главная бомба. Ну, тут да. Пошел выход. Видит Дося там всех прыгунчиков. Поставили бомбу, да. И миссию выполнили сейчас Анексис. Не считай, выиграли раунд. Да. 3-0 в пользу команды Moscow 5. Ну, если сейчас выиграют Анексис, нам придется еще смотреть Инферно. Если Анексис не побеждают, то все. Мыслями я уже в четвертьфиналах завтрашних. 11 утра, опять же, они начинаются. Который час вообще? Все зависит от этого раунда. Посмотрим, что... 3-2 аркада от Анексис. Причем 3 яма. 3 яма, ага, 10 если часов. Если Дося откидает правильно, то у них не будет шансов. Ну, давай смотреть. И... Минус от Снапи. Ослеп продавили. Эдик идет на хелпу. Здесь АВП у Хека в респе. Хае в плен дает. Засели, ушли в ковры, ушли в респаун. Сидят на планте, в общем, неплохо. Анексис. Да че они не так просты, как казалось. Ну, давай по Заромой посмотрим. Выход с медла. Ушивает ящик. Фокс 4 в 4. Бэк. В большинстве датская команда. Ковры. Нету хедшота, минус от Хека. 2 в 3, мало времени, уже очень мало времени. Хек отстреливает, 2 на 2, пошел. Все-таки Эдик решился пойти взять раунд. Нычку, не повезло, не попал Хек. Ну вот что ты можешь сказать, оставалось там 7 секунд. Мне кажется, им было выгоднее отстрелить их, но не пойти. И засейвить свои девайсы. Ну вот я тоже об этом подумал, что наверное вот... Они решили все поставить на этот раунд. То есть от этого раунда вот дальнейшего будет зависеть все. То есть или 2 эко у М5, или 2 эко у Террорах. Может быть сейчас, да? Да. Ну, все от этого раунда зависит. Ну, как бы тут еще, если бомбы не будет, наверное. Ну, смотрим. Анексис опять 3-2 аркады делает. Да, Зи зашел уже в ох ты, в парыч. В зигзаг, я так называю. И дал минус на зигзаге. И в большинстве уже надолго, правда. Хек, бэк. Рома с Эдиком вдвоем. Рома дает минус с зигзага и стреляется с коврами до 24-х. Застрелял Берри, у самого 27 остается. Чай новенького, Бика. Должен сдать. Все-таки он Бик. А, уже одному сдал. Ну что, 1-1. Берри Мидли. Ну, 20 против 24-х. Вот чего не стрельнул. На Верочку пошел убивать. Да. Не очень. Ну, такое. Не везет. Теперь уже и Moscow 5. 3-2. И вот теперь, как ты и говорил, да? Теперь 2 эко у М5. Сейчас у них 1800-2100, в зависимости от того, кто убил. Плюс диглы. Не вспоминает себе ситуацию. Ну, один дигл пока что у Доси. Смотреть, мидл выходит, Снапи, Зи, два минуса делают, Рома с Эдиком остаются вдвоем, ну, Эдик в мидле. Ну, Дачай не первый раз играет эту карту, я тебе так скажу. Не, ну, понятное дело, что... Собрались ребята на Мираже, смотрим за Ромой. Он один в пять остается. Ну, как... Сел. Как бы нужно, чтобы... Он попытался забрать девайс, но здесь шансов нет вообще. 3-3. Сравнивать что-то Анексис. Продолжаем смотреть за Moscow 5. Можно вот так все вызвать? А с интернета не вызывается? Уклон Комуа. Как? Уклон Комуа. Там очень быстро, братан. Кучер. Вот там он знает, кстати...
Циклон знает, попроси его. Все, извините, друзья. Все-таки решились купить. Да, смотрите, вот АВП, это что-то просчитался. Или здесь нету армора, скорее всего. У Эдика точно нет армора. Если ему не дропали. Слушай, и снова аплент давит. Снова аплент. Каждый раунд аплент. И посмотри, что происходит уже в большинстве ребята из... Точнее, не знают, куда смотреть. Да, Nexus. Тут... Просто так они взяли эту карту, видимо. Да, минус от Хека. У Хека один хелс остается. Зря он убил. Теперь они будут пытаться взять этот раунд. Да, на карту. Бэк слева за ящиком. Нуги. Он под плентом, походу, сидит? Не-не. Да-да-да, вот. Ну, под коврами. Покажи мне. Да, вот это самое важное. Минус Фокс. Минус Хек. Подожди, зря Хек убил этого типа. Из-за этого пришлось убивать 3 в 3. Из-за этого 3 в 3 пришлось брать раунд. Да, да. Которые отдали все ДВС. Ух, как жестко. 4-3. Ну тут уже получается 4-й раунд подряд за Nexus. То есть на самом-то деле мы этого еще не учитывали при экономике. Или... Да? Не, все учитывали. Делали 2 эко. А вот по без армора сейчас 3... 300, 3 600 в зависимости от того, кто убивал. 1 эко сделали. Ну это 3-й отданный раунд. Да. То есть 3-300, типа 3-100, 2-700, типа, кто сколько убивал типов? Смотрим за Берри, дым. Ну, он сейчас разводит, сейчас на Эдика все идут. Сейчас Эдик, по-моему, увидел, да, аркаду, откидывает хае, уходит за плент. Получает хаешку, 77-50, вторая хаешка уходит в точку и попадает хедшот до 28. Покоцал ноги, 77 у Бека, Рома, в баня. Трое перед баней у Москвы 5, ну я, как у вас называется эта комнатка? Дом. Дом. Ну, перед домом давайте. И по-прежнему вся команда Nexus живая. 5 дюйм холсов. А, биг, да? Не бэк, биг. 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 За кого он играл, кстати, непонятно. Откуда его взяли? И минус от снапи. Ну, пора собираться, по-моему, ребятам из М5 уже. Пора зажигать парням. Эдик, Рома, Дося, здесь кольты. АВП Фокс, вот. Датчан нет респавна, они бегут быстро аркаду. Быстро раскидку, скажем так. Не-не-не, центр остановился, смотри, Нугия стоит, все. Только Берри отошел на мидл, а что он там делает сейчас, посмотрим. Они раскидают, по-моему. Да, раскидывает, заходит парочи, минус от Доси, минус от Ромы. Рома вот в упор, да, в упор это... Решение, которое может спасти команду Moscow 5. Не лучший раунд. В исполнении Nexus и Нуги один на своем любимом ящике. Фокс взял АВП, хорошо. Вот оно, АВП моей мечты. Смотрим за парнем. Сейчас два АВП у команды Moscow 5. Да. Неплохо было бы зажать базу Б, а не А. Ну, смотрим, куда пойдут снайперы сейчас. Так, Нуги один единственный поворачивает налево. Идет он в ковры. Играют дефолт. Ну, в туннель идет. Ковры справа, туннель слева. Давайте так поним. Ну, первый раз они такой раунд, кстати, играют. Вот. Чтоб вот так вот на крысу тут шел. Я надеюсь, что это дефолт в их исполнении. Мы сейчас посмотрим. Эдик. Нуги, Биг и Берри. Уже здесь. Зи. Контролит мидл. Смотрите, там... Пока что вроде бы ожидают выхода сюда, на бэплэнд. Хек смотрит весь мидл, Хек. Важный игрок сейчас. Ну он уже стянулся с мидла, сейчас выйдет Зи, даст ему по булкам. Нет, не выходит. Хае под Берри, хорошо, покоцал. Не знаю, слышал или нет, вот он мог слышать. Хек палится, это плохо для него. Нет, Зи вернулся, посмотри в мидл. А у Ромы 19, он единственный, нет, там еще Фокс есть на пленте. Ну, начинает отфлешивать мидл Рома. Получил дым, и сейчас Зи будет выходить. Прошел уже Зи. Прошел мимо Рома. Рома не видел, вон он слева. Сейчас Рома должен понять по звуку, что слева есть игрок. Да, вот он, минус. Минус от Берри. Ой, это в это время уже аркада на Б пошла. Смотрим за Доси. Это фейканули, ребят. Дося жмет. Все, 30 патронов, но убил. Минус от ноги с АВП, 3 в 3. Вот она АВП нашей мечты, чекает тупичок. Минус от Бика, минус Хек, минус ой-ой-ой. Фокс 1 в 3.
Ребята хорошо разыгрывают после разменной ситуации. Датчане, они понимают, что делать здесь. А им 5 не очень. Фокс пытается засейвить ВП, бегут за ним игроки команды Anexis, минус 2 и снапи 1. Где он? Дом. Опа. Не ожидал. Фокс, я видел, как выпрыгнул, да? Тут прыжочек оттренирован. Посмотрим атаку. М5 могут нормально тоже атаковать. 6-4 счет в матче. Ну, как бы тут все решается вот в конце, я думаю, этой половины. Если... смогут М5, вот сейчас будет 7-4, собраться и вот потащить какие-то там, знаешь, 8-7 как-то вот так вот, если закончится, то еще борьба. То да, можно соскочить еще и выиграть Мираж. Но если возьмут Anexis 10, я думаю, шансов у М5 будет не так много. Ну, да чай не так плохо смотрит. 2-2. 1-2, точнее. Да, Хека остался один, сейчас парочек может подобрать. Нет, не дают ему подобрать. Зи сразу вышел из парапета, дал минус 7-4. Ух ты, ну как бы пора бы уже ребятам из Moscow 5, возможно, что-то поменять. Опять 2 ОП у Moscow 5, интересно. Сам был, я только свои еще идеи расскажу. Совершенно по-другому играть, вообще не находить. Там можно забить на хуйню, обходить, выбивать по-другому. 2 ОП Moscow 5 все же. Они настаивают на своем. Они настаивают. Давай посмотрим за Ромой. Он тоже настаивает. Довел. Ну, видел бомбу. Есть минус от Хека. Мидл. Фокс. Парыч. Ой-ой-ой, сколько гранат прилетает Фоксу. Но он успел свою флешку откинуть. Дося в точке. Чекает ящик, чекает ковры. Есть биг слева. Дося убьет, возьмут раунд. Нет. А тут нет никого. Слева биг за ящиком. Ноги в медле, и Берри ушел в респаун. Все равно нужно убивать кого-то. Да, Дось? Выходи, убивай. Убил. Да ладно. Все. 3 хп у Нуги. Важный раунд. У Бика важный осталось файл. 37. 3 в 3. А вот сейчас... отдали. Да. Эдик ушел с Б-планта. Фокс попал в Бика. Нуги ушел в респаун также. Сейчас посмотрим за Берри, который проходит в это время по туннелю. И он уже почти вот видит выход с Б-планта. Скажи Хека. Ай-я. Он далеко. Да все далеко вообще тут. Вот только сейчас полетел Хек. Он уже в доме, в бане, чекает плент. И вот сейчас как раз выходят сюда соперники. Уже вышел Берри. Не попал Хек, не попал Фокс. Мы слышали 2 залпа с ВП, 2 выстрела. Эдик бежит на помощь. Просто летит на помощь, пришел. Нуги в ковра. Он тоже взял ВП. Ого. Хек минус Берри, очень важно. Нуги один хелс. У Нуги 1 хп, он в пленте, поставил бомбу, выполнил миссию как минимум по деньгам и берут 5-й раунд М5. Ну, как бы все равно сейчас простых раундов не будет у них. Да, друзья, напомню уже заранее всем зрителям нашей интернет-трансляции, что завтра с 11 утра по Киеву, с часу по Москве у нас возобновляется... чемпионат, начинается второй день турнира, и одновременно будет играть 4 четвертьфинала. И мы смотрим матч, конечно же, Na'Vi против Again. Сейчас должна быть аркада какая-то от Anexis. Ну, тут уже от аркада от Фокса, Хека убивают в доме. Посмотри, есть, ответил Нуги сейчас Фокс, а в это время аркада на Эдика. У Эдика было 6 что-то хп, легко его пробили. Где Фокс? Зигзаг, отфлешивают зигзаг, Дося, дом, Рома еще на пленте. Опять должны засейвить девайсы сейчас. Если они полезут и отдадут их, то это будет ошибка. 2 в 3. УЗИ 15. Где он? Под домом. Вот там, кстати, могут... Да, прочекал его Фокс. Если бы Рома налево не смотрел, это был бы фраг от Зи. Вот Рома, Фокс спас Рому сейчас. Это гранаты, а вот теперь уже никого он не спас. Это было вынужденной ошибкой. Вынужденной. То есть их, они убили кого-то и из-за этого должны были выбивать. Из-за этого вынуждены были отдать еще 3 девайса. Проигрывая 8-5. Ну а Anexis уже были вынуждены просто выиграть 8 раунд, и у нас 8-5. Не оставили для себя шанс. Эко раунд у Moscow 5. Так, это 9-й для Anexis. Ну хотя бы 9-6. Потом взять пистолеты, и будет очень валидольная вторая половина. Но если возьмут последний М5.
Ну, как бы 10-5 немногим отличается, но... Отличает. 3 плюс 2, 3 главка, двое ковры, пошел выход, прочекали ящик. Минус от сна, педал фраг Хек, пытался подобрать девайс, нет, его ноги ликвидировал. 9-5 и последний раунд первой половины второй карты битвы между Moscow Five и Anexis, это Мираж. Сейчас два самых важных раунда, это будет этот раунд и пистолетка. То есть, ну, от них будет зависеть вся игра, как бы и М5, и Anexis на этой карте. Да, конечно, вариант 10-5 и проигранная пистолетка, это будет 12, считаю, что 5, да, там. Ну, два самых важных раунда в игре. Фокс из дома выходит, делает фраг, давай, Заня. Нет, уходит обратно, сразу же перетягивается, кстати, Фокс к Эдику. Ну и походу не зря, по планту мы видим, что это будет фейк. Сейчас Берри с Биком, с Биком будет дергать мидл ковры. А Хек жмет. Хек жмет? Да. Ну это хорошо, и вот смотри, сейчас ушел Эдик с точки. Все, отвлеклись просто по двум каким-то гранатам на вот этих парней. Но Доси дает минусы. Это самое главное, что минусы за парнями, если что, потом в большинстве смогут выбить. Тут поставят бомбу, не поставят бомбу, абсолютно неважно в последнем раунде. Ну, поставили, хорошо. И... Хек убивает или нет? Да, Хек убивает. В респе. 25. Зи. Зи и Снапи. Снапи зигзаг, Зи, дом, баня. Ну, прочекали его. О, как поводил. Да ладно. Хек. Да ладно. Зи берет этот раунд. Зи берет этот раунд. Вот это жесть. Лично, лично. Видимо, за этим ящиком еще не прятались против М5. Наши судьи говорят, слышишь? Не зря мы его компьютер поменяли. Сейчас проверим пистолетки. Если бьет двоих, значит не зря. Запомните номер этого компьютера. Так, а что-то у нас случилось? А, все нормально. Это пока еще не рестарт. Давайте глянем на статистику вообще. Давай. Fox 16 на 12. Ну и 3 фрага с хедшота из 16. 18 где-то процентов. Ну понятно, с АВП играл. С хедшотами хреново. Ну вот 75% у Эдика. У него просто 4 фрага. Ну да, на 4 фрага несложно набить, да? 11 смертей. Ну вот Зи взял покер один раз. И ситуация 1 в 1. Вот Снапи брал раунд 1 в 1. Берри брал раунд 1 в 1. И Эдик брал раунд 1 в 1. 4 минуса делал только Ноги и Зи. Но опять же, это только датчане пока что. Вот 3 минуса за раунд есть у Ромы, у Дойси и у Фокса. Ну, пока тут можно посмотреть, тут фраг-лидеры по оружию. Вот у Бика 14 минусов с АКМ. У Фокса 8 минусов с АВП. Вот еще есть такая таблица. Я ее не понимаю. Ты понимаешь ее, честно скажу? Ну, знаешь, я ее понимаю, но она только решает только в том случае, когда, ну, знаешь, вот кто-то кого-то жестко мочит. Вот смотри, вот слева, допустим, Фокс. Он 2 раза убил Берри, Берри 2 раза убил его. Ну, и то же самое против Снапи, против Бика и против Зи. Ага. Да, то есть, ну, тотальной какой-то доминации нету там, знаешь. У Ромушки с Биком не очень. Да, у Ромушки с Биком вообще 1-5, да. Вот это вот какие-то личные встречи. А Эдик с Берри вообще плохо. 0-4, да. Да. Все, есть. Я понял. Ты понял эту таблицу, да? Ну, ждем готовности от Anexis и Moscow Five. Ну, там, по-моему, более... Не, обе команды одновременно, смотрю, зашевелились. Берри, да, садятся за места Anexis. Окей. И нас ожидает очень веселая вторая половина, знаете, но и есть вероятность... Пока она такая, 75%, 60 где-то процентов того, что будет третья карта Инферно. Пока шансы в пользу третьей карты в этом матче. Ну, ждем с нетерпением начала. Да, вот-вот нам дадут рестарт. Да, уже понеслась. Все, пошла по ходу игра. Ну, да-да-да, пошла игра. Там как раз уже Ангел, наверное... Увидел концовку только пистолетного раунда. Ну и мы видим 5-5 по коврам пробегают сейчас Moscow Five. Просто аркада Б. Хек стреляет, показывает. А что это такое? Сначала врубай.
Кого? Я даже не знаю, кого врубать. Здесь уже пробились на точку, но бомбу не ставят, посмотрите. В респаун контрол. Бегут в респ. Бегут в респ. А Рома в точке, что остался? Минус Рома. Ну, зря не побежал с командой. Минус от Факса. 3 в 3, УЗИ, 10 хелсов. Эдик в доме. Он видел там, по идее, Зи. По крайней мере, сейчас должен слышать двоих в медле. Да, он слышит. Эдик убьет. Эдик убьет. И вот к нему подымается Берри, минус Берри. И остается один Нуги. Дальше шансы потихонечку Moscow Five чуть-чуть вырастают. Чуть-чуть. Пока чуть-чуть. Дальше посмотрим. Пистолетку у нас первую. Кто выиграл? М5. Первую? А, не, первую... Мне тоже как отбило просто. Второй М5. А, М5, там чудо-диффуз был в конце, да. На одну секунду. Да, все, вспомнил пистолетку. Ну что, Нуги минусует Факса, сам не выживает. Эдик находит его с дигла. Берут М5, два пистолетных раунда. Два пистолетных раунда, вот. Акцентирую на это внимание. Обидно проигрывать карту, отдавая два пистолетных. Ну что ж, 6-10. Я думаю, ну, в принципе, нет. Эта банда еще может рискнуть, на самом деле, Анексис, но... Пань, все, тут по-любому будет два эко, скорее всего, если сейчас не пропрутся. 5 диглов у защиты, ребят, 5 диглов. Хорошо, что вот так везет сейчас. Moscow Five, они очень жестко вырубают весь мидл. Биг остается один. И без потерь, причем по девайсам, берут раунд Moscow Five. 10-7. Ну вот теперь успы получается. Да, так и получается. Да, это 10-8, и там если оружейный, 10-10. Я думаю, что они будут поджимать мидл. Давай посмотрим. Давай, давай посмотрим. Сейчас, пока. Сейчас, все. Оп, нет. Трое уходят на, как вы называете тут площадь, арена там, не знаю. Десятка. Десятка. Ну тут у вас разбито по секторам, да, я понял. Да, там, да. Где Рома, Фокс и Хек. Десятка. Ну, давай в общем называть это, я не знаю. Природа. Не знаю, мидл, арена. Арена, пусть будет арена, короче. На арене. Куда Дося пошел вообще? Он сам в шоке. Да, он пошел, сам в шоке. Он не знает, куда он пошел. Сейчас он все узнает. Смотри, по минус. Дороге. Минус. Ну, видел на лестнице там игрока, который дергал его. Это тоже. Дося, хорошо. Зи. Все, 1-2. И в центре у Рома успел Берри минуснуть. Но там девайс подобрали. У Зи есть пушка. Разве это пушка? Ты видел магический зажим от него, помнишь, в последнем раунде? Вот сейчас да, так... Да, можно... на Инферно. Эх, не пошло. Рома, Фокс, пока все отлично для М5, 10-8. Начало опять стороны складывается как... Наилучшим образом. Но теперь страшное испытание. Есть у Нуги АВП. Заметьте, у М5 нет АВП. То есть они, по идее, будут аркаить. Ну, сейчас смотрим. Да, 3-2. 3-2, аркада. И трое в пленте. Биг идет сразу. Вот они сразу играют вплотную к центру. Они не пытаются, как М5, играть издалека. Ну, там только... Нет, играет Нуги издалека. Один биг вплотную, один биг. Ну, надеюсь, как бы этот угол чекается. Да, еще и флешка была. Минус Нуги, минус с АВП. Смотрим за ним. Ой, в очки Фоксу дал. Как-то... Или это slow motion был, или как-то долго Фоксом рассматривал Нуги и уже в меньшинстве. Не, в очки. В очки на slow motion. У Хека 5. Смотрим карту снова. Да, сюда идут. 3 на 3 ситуация. Приблизительно одинаково по хилсам. 5 у Хека, там 20 у Нуги. Это не слишком большая разница. 1 у Хека хелс. Ну и пока зажались. Вот ждут Нуги. И немножечко... Как говорится, на измене находится команда Moscow Five. Сейчас в планте. Очень важно этот раунд выиграть. А, ждем Хека. Хек решил просто обойти всю карту. Все зависит от Хека. Бомбу не подбирают. То есть информация есть. У датчан то, что бомба не на руках. Бомба лежит в планете. Вот как только ее возьмут, типа, они будут об этом знать. Они знают о Хеке. Да, они знают о Хеке. Вот теперь уже Эдик с Досей могут пробовать. Минус от Эдика. Ох, Окси там в пиксель попал и Нуги попадает. Вот это плохо. 11-8, но попытка еще будет вот сбить девайсы и исправить ситуацию. Сейчас второй самый важный раунд в игре. Как бы, если сейчас датчане берут этот раунд, у москвичан начинаются проблемы. Да, там 12, эко 13 и 13-8, как бы, можно, там можно не подсобраться. Там больше психологические проблемы. То есть у М5 очень много именно их.
все будет зависеть от этого раунда. Куда мы идем? Покажи мне. А, сейчас посмотрим. Туда же. Опять 3-2 слоу. Ну, Биг на этот раз не становится в центр, смотрит. Интересно, Биг знает, куда целится? Сейчас проверим. Минус от Берри, минус Рома. Пошел в центр, ковры по-прежнему раскидывают гранаты. Брым, ну... Биг знает, куда смотреть. Минус от Дося, Дося тоже знает, куда смотреть. Выходит дальше, зажимает просто в мидл. Но в меньшинстве М5. Двое сейчас в мидле. О, ну тут без шансов. Минус от Берри, 2 в 4. Ну, пора какой-то звездный раунд. Нет, никакого звездного раунда не будет, по-моему, на Мираже. За атаку М5. Видел, по-моему, Нуги сейчас Хека. Видел, видел. Оба друга видели. Не, ну знаешь, мы дымы не так, конечно, видим, как игроки, потому что здесь... Ну, ты знаешь. Да. Ты знаешь. Да, 12-8. Но вот теперь, конечно, Moscow 5 немножечко посложнее. Что это было? Калаш Эдик, АВП Фокс. 10. Не попал Фокс. Ну что, Кек на, в туннель пошел, Рома на ковры. Сейчас хотел вам показать Бика, но уже поздно. Бика уже забрал. Покажи, где он забрал. В коврах. Вот я могу показать, где он уже. Ага. Вот тут умер Рома, да. Все? Он поджал, посмотрел и убежал обратно. Фокс поймал Зи. Кстати, вот с этой позиции. Дося минус дал. Убегает Дося. Вот тут у Берри интересная ситуация. Да, хорошо. Неинтересно. Ну что, ноги? Все зависит от снапи. Может, он сейчас минус 3 сдаст? Не, ну. Думаешь? Ну, я не знаю. Ну, не должны. Но уже это будет уже перебор по выигранным раундам. Надо брать Moscow 5. 9-й раунд в матче. Потому что все идет к третьей карте пока что. Все пока что идет к третьей карте. Все, спалился, не убил, хорошо. Что не убил, конечно. И хорошо, что спалился. Можно Фокса включить. Опа, забрал Фокса. Дося не дает шансов. И Нуги уже готов принимать. Хек, хорошо его снес. В спину. 12-9 за Анексис. 9-й раунд за Moscow 5. По деньгам, что у нас? Есть деньги у Nexus? Ну, должны быть. Ну, причем мало, видишь? Мало, очень мало. Видимо, все уходит на АВП Нуги. Я думаю, будет поджим. Два Фамоса, три Кольта. И если вот опять М5 берут раунд, то у нас возобновляется, честно говоря, интрига в этой игре. Дальше Эко. 12-11, и можно тащить. Нужно тащить. Moscow 5. Ну, можно снапи уже вырубать. Он счет ковра, а сейчас выходит мидл. Зигзаг, смотри, сейчас точнее выйдет. Фокс минус 2 уже. Что происходит? Да, как ты и говорил, пытались зааркадить. Вот и Фокс появился. Вот не хватает его местами. И вот чем дальше, тем лучше от Фокса. Вот. С каждой игрой он все лучше и лучше играет. Главная задача датчан сейчас убить 2-3 троллов. Тогда у них будет преимущество по экономике. Ну, они будут оставлять за собой, точнее. Снапи в углу, да, под домом, смотрим. Отвернулся от всех гранат, принимает... Да, просто, хорошо. Просто нет. Это мы не определились, ты нет, я да. Не, я говорю нет. Выходит на сейф. Хотя Бик остается в доме, 17, надо завыбивать, надо отжимать. Знают об этом Moscow 5, побежал Дося, побежала вся команда. Дося пошел саплента перекрывать, да, вот этот проход, чтобы не упустить на сторону атаки. Рома уже получил... Они не очень-то и собирались туда бежать, да? Не-не-не, все нормально. Есть минус. Нуги последний. Нужно забирать сейчас все. Минус от Доси. 12-10. И эко-раунд должен быть сейчас у Анексис. В принципе, если М5 не фейлится, то как бы всего лишь один раунд между командами. И надежда умирает последней. Мы очень сильно не хотим третьей карты. Кто не хочет? Я не хочу. Я люблю зарубы. А я люблю поспать. Чья любовь победит? Сейчас посмотрим. Минус от Хека. Слив на мидл. Забрали Хека. Ну, кто-то есть еще тут на девайс? Есть АВП только. Опа, калаш отдали. Показывай Зи. Хотя, чего показывать? Там я они найдут. Да, я вот лучше Досю покажу.
Мидл он откинул. Ой-ой-ой, мидл отстрелил, конечно, отфлешил точнее. Ну как получил? Лучше спрятаться. Минус от Доси. Все, 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 успокоились. Дося, еще минус. Хорош, Дося. Ну здесь Зи всех не убьет. Сейчас как зажмет, выйдет с лезгинкой, блин. Цыганочка с выходом. 1-2. 1-2. А бомбу на планте вообще. Эдик пошел обходить, ну как-то мне страшно. Ну не пошел он обходить, он просто ждет. Зи, уйди, пожалуйста. А ну, Зи, покажи, что ты можешь. Не-не-не, Фокс сделал ноги. Эдик прикрыл, хорошо. Ну ничего, НТ. Ну все равно страшно, знаешь, страшно. Три девайса сейчас потеряли, снова придется деньги тратить. Ну причем это эко, знаешь, ну, нельзя на таких раундах, особенно такая вот, знаешь, когда 12-11, очень нужны деньги, там борода. И тут эко у пацанов, они выходят и дают три минуса. Ну раз собраться. Страшно. Покажи карту. Покажи, покажи. Да-да-да. Ага, а бомба на Б идет. Кишку. Вот это просто, я не знаю, железные яйца называется раунд. Да. Все зависит от Снаппи. Если Снаппи не поверит в это все. Там еще и Зи может не поверить в это все. Не-не, Снаппи должен не поверить. Ну что, минусы от Нуги. Тут может все просто по-другому. Там вот эта вот аркада четверых, она может просто захлебнуться и никто не дернется с позиции, знаешь. Минус от Бика, видишь, все, уже... Все, показываю, показываю Снаппи. А я лучше Дося вот. Покажу. Снаппи Дося, видит? Да, 59. Да, все, 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 Дося повоевал. 3 в 5. Какой-то ненадежный раунд. Железные яйца получился. Не-не-не. Просто не смогли выйти на апленд. Ну, и на Б тоже не смогли. А что теперь делать вообще? Англ, что делать в такой ситуации? Что, идти, воевать или... Идти на стрельбу. То есть идти... Всегда нужно идти и убивать первого чела. Слушай, ну, а сейвить, какой, ну, не стоило, да, в такой ситуации? Атаки. Атаки не стоит сейвить. Что ты мне скажешь? Не плюсовое решение. Считает, что 3 в 5. Второй должен идти и как бы первый минус сделать за собой. А дальше разрывать раунд. То есть, если второй берут, делают первый минус, то очень большой шанс взять раунд. Этот раунд. Минус от ноги 13-11, но... Я понимаю, что у нас, походу, еще все ближе и ближе мы к Инферно, друзья. Все ближе и ближе мы к карте Инферно. Решающей карте между командами. Но все-таки надежда есть. Надежда есть. В этом раунде у тебя вот она надежда. Была надежда моя. Ой-ой-ой, как же ж так. Рыба твоей мечты, видимо. Да, рыба моей мечты уже. Минус от Снаппи. Пытаются выйти втроем... Вдвоем. Нет, уже никуда не пытаются выйти. Тут бы бомбу забрать. Ну, я думаю, что они ее заберут. Слушай, это... Кирилл, а ну подвинься немножко. Да. Тут... Это прострелили, да, тут парня? Или что это? Назад, нет. Назад, проедь. Покажи. Куда? Не, покажи трупы. Да, вот трупа нету. Вот. Ну, бомба вот здесь лежала, вот. Ну, а второй труп? А, первый здесь... второй труп покажи. Направо. Да нету назад. Их. Да нету вот, здесь вот, трупов. Вот, вот тут были, да, все. Да, одного прошили, одного убили. А ну. Ой-ой. Тебе пахнет Инферно? Не пахнет. Да, да, уже вот пыли-то Инферно, она уже у меня в глазах, по-моему. Ну, ладно. А здесь просто... Что вот на Инферно будет интересная игра. Хотя... Хотя... Бик. Я не знаю, кто это. Так, кто такой Бик вообще? Он может еще на Инферно показать, кто он, поэтому... Ну, будем да. следить. Будем следить. Все, волевая закупка, два дигла, Галил у Эдика, три дигла, Глок у Хека, Галил. Вот ненавижу такие закупки, вот честно, вот, когда пахнет, вот закупка пахнет отчаянием, то есть, ну... Ты бы сыграл эко на 15-11 и пытался тащить, да, 4? Да, да, если честно, да. Я бы сыграл эко с диглами, с надеждой выиграть с диглами, но без... Арморов. Да, без арморов. Ну что, дали первый минус. Подожди, может что-то получится. Зи сейчас зигзаг хочет выйти. Мне кажется, не та карта, на которой получится. Тут один человек решает все. Особенно за дефенс. Ну, сейчас надо играть сплит, да, вот уже вырисовывается сплит, Дося, 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 ну, нету хедшота, ну, покрыс Зи до 29. Так, Хек пошел за диглом, или куда он с Глоком пошел, или добивать Зи пошел.
Он с плантом. Куда идет бомба? Куда идем мы с пятачком? Там уже вынос пошел. Зи сейчас Парыча. Нет, выходит, да, Зи. Он над головой у Хека. Ну, давай, давай, Хек, подпрыгни, прочекай. Хек, по-моему, рыба твоей мечты, да? Ну, били Зи, Рома дал минус. И сейчас Биг встретит Хека. Есть кольт, Биг слышал. И выбивает, Эдик убил Хека. Ой-ой-ой, а ну. А чё ж там? Ну что ж такое, ну как так? А чё он с бомбой ходит, правильно? Куда пошел, да? Куда попёр? К сожалению, вы. Да, к сожалению, да. К сожалению, Эдик стреляет точно. Вот что я могу сказать. Да. А я так хотел потусоваться на вечеринке, да? Я предлагаю ее уже начинать. Она начнется в полночь. Уже в полночь по Киеву. По Москве в 2. Серьезно? Не, ну сейчас у нас без 15.11, я просто, знаешь, прикидываю. Конечно, может быть быстрая Инферно при, я не знаю, какой-нибудь бешеной защите от М5, там, в 5 АВП. Нет. Кстати, вот М5 не славится своим Инферно, поэтому будет интересно. Ну вот были только что на долю секунды в большинстве ребята из Moscow 5 и... Может, зря хороним, в конце концов, правильно? А потом сразу два минуса, ну вот как-то, ну давайте, ребята, давайте. Может быть, действительно, может быть, мы еще овертаймы посмотрим. Да. Ну, друзья, победа команды Annexi 16-11. Могу сказать, что следующая карта уже действительно будет последней. Ну и пока что паузу.